Всем народ, с вами Алекс Диего, игра Blast Famous. Продолжаем ее проходить. В прошлый раз мы исследовали всю локацию, вернее, всю карту, в общем, мы обижали, все участки, которые смотрели до этого, и в какие смогли попасть, плюс убили вот этого упыря, который за нами постоянно ходил, и говорил: «О, сестра, не помогай мне». В общем, мы его замочили. Сестра его, курица пернатая, улетела куда-то, и бог с ней. Получили магию от него, позволяющую бить молниями в разные направления. Так что, в принципе, сегодня мы входим во врата, открывшиеся. Наша тяга к приключениям и чему-то. Так. Я чувствую, как кровь моя обращается черным соком, а кожа моя сморщенная коркой кровосока. Чего? Вспоминается этот ролик, типа. Парень подходит к девушке и говорит ей по-английски: я ну, не понравились, я давно. Чего, блядь? Курсов языка в Вавашихе, если хочешь смотреть из Вавашихи. О. Те, кто избавил ты от кары, были юноши, брат и сестра, пришедшие стражи его святейшества. Говорили, что Перпетва могла говорить с братом даже смерти, ибо билисты пути чуда. А та хрень, которая летала, это не его сестра была. Душонка. Что хочешь, душонка? Священном полу, с кем буду в безопасности. Выше тяни шагов, об страх моего, дабы апельсин. Чё, блядь, слишком быстро. Шел в жопу. Да. Отличное начало прекрасного прохождения. Суицида. Да не хочу я читать, отстань. Суицида. Черт. Два суицида для всякого карты. Что может быть еще круче? А, вот тут найдем веточки, позволяющие погодь. Хватит. Ай! Сы, мужик! Все будет в ажуре. Чё? Того не дать. Блин, там что-то осталось. Как бы я же не могу уйти, не забрать, да? Подстава! Бегать или не бегать коридором. Тава игра, блин. Специально умер ради того, чтобы забрать ту фигню. Она такая: нет. И типа, блин, у меня аж начинают уголки губ дергаться от того, что. Такие места. Надо прыгать, и только краешком-краешком ты можешь допрыгнуть до нужного тебе места и умереть. Блин, у меня нервный тик начнется. Благодаря этой игре.
это могу прийти. О, берцовая кость. Наш, блин, музей. Когда ушел путь в поле чудес. Ладно, где есть враги, там не может быть подставы. Да? Да? И я не могу дать так, что пытаться не буду. Вот, вот что меня бесит. Прям по максималочке меня бесит. О, что я тут там краешком просто прыгаю, просто по краешкам. Вот от одного краешка. Прям от... Блять. Хорошо, этот мужик такой тупой. Далеко не убегает. Охранники папы, в общем, это были тот парень. И труп его сестры. А типа вознеслась. Чешем ей ножки. Больно, они у нее черные какие-то. Грязь поотбиваем. Ее стоп. Он перепрыгнул сюда, блин. Хватит уже, ты мертва. Я сдох. Ладно, тут никаких клеток не наблюдаем. Вверх! Вверх! Отлично. Семена оливы. И это куда-то кому-то надо теперь припереть. Тут всего кому-то где-то что-то! Инфаркт случился. Надо кому-то что-то все время где-то припереть, блин. Эй! Ты быстро ходишь для мающейся любимого признанию трусость пустила корни в душе моей перед новым испытанием, назначенным прискорбным чудом. Думаю, паломники, ежели не грешники, избавлюшиеся нуждания, как самую легкую из пяти миль. Ох, пусть слезы покарают скорбленную. Там у нас. О, боже мой, ты что за тварь? У меня жизни нет. Ты видел эту хрень, блин? Иди сам ее убивай. Сраться.
Все, смотри, я ее убил. Те крики наполнили мою душу страхом. Ты очистил мою душу от страха и снова помог нищему паломнику. Разные дороги избрали мы, но в конце... Большой палец ноги. Это какой-то четвертый палец. Кинец, большой палец. Позволяет обрести... О, да! Шо? Шо? Это защита от молний. Нет, нет, защита. Как это работает? И где мой дополнительный импульс в воздухе? Или я просто выше прыгаю? Так, ну давайте посмотрим. Я перепрыгиваю вот настолько. Ну и где моя дополнительная опора в воздухе? По-моему, меня где-то обманули. Опора в воздухе, блядь. Это ладно. Это не опоры, ну! Кра, ты чё, блин? Летает на своих стульях ссаных. Опс. Подожди, я тут кровь по лицу размажу. Где это дополнительная, блядь, опора? Грот, ты меня обманываешь, блин. Узел трех слов. Узел трех слов здесь, и произошло чудо изначально. Набожный и измученный Атрок взмолился высшей воле Аккари. Он поставил на землю бревно, сел рядом с ним и начал молиться. Молился и надеялся, что его будет услышано. Он молил о боли, кое облегчало бы бремя вины, терзающей его душу. Прошло чудо. Он заставил расти корни, кроме и его руки и ноги. И один столбный крик не покидал уста. Каждый житель земли сии был тому свидетель, и все молились, узрев вечную радость от рока, о коем тот знал. Те древо единое росло долгие годы после его смерти, его назвали узлом слов и ботлёв. Из них слов у него три слова изрек отрок перед смертью. Моя великая вина. Каждый год из сердцевины его капает золотая обжигающая сок, дабы увековечить память его. И может быть наполнить там, что не осталось нас реальное. Ибо извилисты были, и есть и будут в пути чуда. Можно тебе башку отсеку? Не стало. Где моя, блядь, прыжка? Может, надо собрать 4 пальца вместе? Или стопу вместе? И туда, не знаю, куда, принести то, не знаю, что или что. Библиотека. Проход. Больше, да. Нормальный запас, теперь я могу 3 раза молнию вызвать. Пробуем. 5. Это чё? Перед КД. Там дается. Ни хрена!
Я слышал, как они читают, они бормочут то, что написано в запретных трудах. Это бормочение вечной отголоски, его единожды попав в разум и отказавшийся покидать его. Я знаю, что любопытство мое погубит меня, если раньше меня не прикончит безумие. Кто пошел? А, просто призраки, читающие. Эй. Я тоже люблю почитать. Ай. Они меня бьют и исчезают. Гуманно. Кто-то стоит в позе наездника и непонятно чего хочет. Рация. Так, ну у меня есть узел еще один. Братство. Стали. Мне надо к узелку. Один моток нита где-то на. Ставим на у. Как увеличено. Прыгать, мне, наверное, пальцев на ноге не хватает. Есть мизинец, четвертый, еще двух пальцев. А то я теперь быстро перекатываюсь. Так, осталось качнуть мои умения. Так, о. Нет. Теперь дальше делаю свою. Все бесполезное собрал. А, ну можно телепортироваться. В этот, блин. Альбредо. Альбредо. Альберо. Опять колокольчик что-то звенит. А для чего? А, семена оливы вам. Эй, ё-моё. Конечно, подрыв, да, я знаю. Слёзы дал мне. Не, ровным счетом ни хрена. Так, части тела тогда отнесем наш шоу Поле Чудес. Куча. Ну бы их сразу не... И... Плохо. Ну, блин, их еще целая тьма тьмущая. Все, раз, два, три. А, ну тут по два, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, тринадцать. Еще около 30 надо частей тел найти. Серьезно. 30 частей тел. Колокольчик меня... Не понимаю, он меня зовет куда-то. Просто извини. Звенит? Уже не звенит. Звенит. А что он звенит? Что он хочет? А что я наверх лезу? Тому хрену мне идти смысла нет, потому что мне нечего освещать. Хотя, в принципе, я убил три этих. Мне любопытно просто. Давай сюда. Святая водичка, блин. Пицца, водица, дай воды напиться. Bring me... Потому что мне кучу предметов надо найти и принести. Надо той бабе три предмета принести. Этому неизвестно, сколько предметов надо принести.
Прыгать я в воздухе до сих пор двойным прыжком не могу. Как он должен это делать? Как, блин? Не так. Меня где-то обманули, блин, пальцем. Блять, да, дополнительный импульс. Где? В воздухе, блин. Так, библиотека. Мы в библиотеке, надо не шуметь. Ратути, блин. У вас голова отпала. Ух, ничего себе! Книга-бумеранг, блин. Пошли мерзкие черепушки. И Джеронимо! Офигеть! Всех их там покарал, блин. Так, мой колокольчик звенит опять о чем-то непонятном. Кто-то ключами звенит. Так. Опять поди какой-нибудь говор внезапный. Здравствуйте. Звук не утихает. Он отражается в этих забытых всеми стенах и никому не может повредить его источника или его смутной судьбы. Ради любви высшей воли заглуши его, ибо давно я об этом. Забрать надо. Это там непонятное. Ать. Так, погодь. Ать. Книгу бумеранг пускаешь, блин. Лифт. А, можно сделать вот так, да? Ну, неплохо, ладно. Продумано. Опять там горящее что-то, куда я попасть не могу. Ну-ка. А, ну, могу, ладно. Могу, умею, практикую! Ай, ты ж... Что ж, шаудивый. А, ничего, так-то мощно стало, это протыкающая хрень. Раньше всего целых 4 удара, блин, заменяет.
будем реально рассчитывать свои силы. Так, минус один. Там я не допрыгиваю. Тогда и там точно. Али. Не будем себе отказывать в удовольствии порезать всем пятую точку. На британский флаг и ускуты одновременно. Эй! А, вот так, да. Что? А, зачем я это делаю? Ладно, можно было про... Можно было сделать просто по-другому. Ты что такое? А! Знаю, кто ты! Я знаю, кто ты! Это тварь, которая била молниями, а теперь делаешь камеха-меха, блин. И чё тебя апнули так-то? Какой-то пукалки на камеха-меха. Меня тут не было. Да, пожалуй. Там проход. И что у нас тут? А, точно. Бомж вот этот. Блять. Да ты что меня зажали-то в углу? Черти! Бессовестные черти. Блять, что такое? А. Блять, блять. Говноедка мелкая. Оу. Познай следующую из болей моих. Так, здоровье увеличено. Отличнейше. Отличнейше. Нет. Любители же эти призраки трогать меня сзади. Молчать. Когда старшие разговаривают. Да-то. Так, ну, пойдем. Что направо? Это книга по анатомии. На этой странице изображена бедренная кость. Техника на этой странице изображена большая берцовая кость. Я... Что костей? Нужные кости. А, ну типа я мог не сдавать кости, если бы они у меня были, я мог их все притащить. Наверное, я все кости сдал. Там я забраться, скорее всего, не смогу. А попробовать можно, ладно. Там тем более какая-то черепушка интересная летает. А, она взрывается током. Буквально. Ай! Ай!
Наколебали. Ай. Ладно, я пока не смогу, наверное, сделать там ничего. Ай, больно. Так и есть, в принципе. Так, умылись кровью. И что? Я что-то вижу. Да, ну тогда, да. Это у нас... Ай! Так, а это камень. Проснулся с копией, лечит молитву. Силу молитв. Ага. Понятно, силу молитв. О, там это летает. Птица ящер. И чё? И каретка. А? Спящие паруса. Больно так-то, мразь. Из меня чуть всю дурь не вышибло. Ай! А ну можно стоять на одном месте, не обязательно их перепрыгивать. Иногда все-таки надо, да? Из меня выбили все говно, если честно. Там много ему урона надо нанести, если что. Там таки немало, в принципе, вообще, да? Ладно, пустим, не смотримся. А, там что-то есть. Так, чего у нас тут? Черный чеснок. Прям совсем адовый, да. Не может быть, я мог поклясться, что свеча на этой картине горела и по комнате гулял ее отблеск. Может быть, я потерял рассудок. Или тебя убило. Так, шиц. О, этот стул на ножках. Так.
Еще кто-то у нас. Мне подстрелил страх, малыш перестал плакать, и иногда слово «иди в жопу». Как-то так, да. Так, что ты продаешь? Для меня это ценное сокровище, его ценность куда выше. Да, ты все время одно и то же говоришь, старая корга. Бусина плетена из злых побегов и паком защиты. Ядом. И вот это вообще, по-моему. Ключ! 9999. Ключ от всех замков и квартали. Конечно. А я знаю для чего. 9000, да ты пошла в жопу, старая кляча. 9000, блин. Ну, ключ от всех замков. Я теперь домушник, вор. В принципе, красавчик. Пизд. Ага, еще раз улю. И еще раз, да. Ну, в принципе, народ, закончим на сегодня на этом. Как бы время поджимает. А до следующего сохранения или здесь, чего я еще не знаю, как далеко идти. Поэтому остановимся на этом. С вами был Алекс Диего, игра BSFM. Если вам понравился данный видеоролик, не забудьте подписаться на мой YouTube канал, ссылочка будет в описании. Я желаю вам всего скорого и удачи. Пока-пока.